Здравствуйте, друзья. Мы с вами смотрим на дом Софии. Вот тут София слева от меня. В городе, как называется? Сан-Лоренцо. Сан-Лоренцо. Это... почти Италия. Сколько вы отсюда, например, если бы вы не боялись ездить по дороге, так просто сели бы и поехали в спокойное время? Куда? До офиса нашего. А, до офиса где-то 40 минут, 45. И когда нет трафика. Хорошо. Какие параметры этого дворца? Вот он, громадина этой. 1875. Скверфутов. Угу. А бедрумов сколько? Три бедрума, ну, можно сказать, четыре, но там у нас офис. Три бедрума, офис, так, и ливинг. И ливинг. У вас же все-таки трое детей, они как-то тут умещались все или... Да, ну, когда дом этот мы купили, дети как-то разъехались, была одна дочка. Ну, хорошо. Вот сколько такой дом стоил бы? Вот, я просто, ребята же, они думают, что все дорого, там, миллионами в долине. Мы его купили, его продавал банк. Так, то есть, за долги? Да, за долги, за 240 тысяч. Ну, это было как давно? Это было 16 лет назад. Ну, то есть сейчас он 450 сейчас, стоит? Сейчас он стоит, где-то у нас 600. Продавался около 600. А, вот так даже? Да. А, хорошо, то есть где-то 600. Ну, что, пошли внутрь. А это вокруг вот, то есть мы вот по этой дорожке подъехали к дому Софии, там, о, слушайте, пахнет скошенной травкой.